Лихом-тео. Да, Нижний Новгород. В составе Никита Знаменский. Барабан. Сергей Жураков. Контрабас. И Вячеслав Золотовский. Рояль.
Добрый вечер, мы начали второе отделение. Мы — это Вячеслав Золотовский, Сергей Жираков — контрабас, Никита Знаменский — барабаны. Значит, в нашей короткой программе мы попытаемся перемещаться по творчеству разных стилей музыкантов. Значит, первое, что мы сейчас сыграли, это наш совместный продукт в прошлом от взаимных выступлений, совместных, точнее, с Леонидом Наташкой, пианистом из Израиля. Значит, уж что у нас тут получилось, это судить вам. Раз хлопали, значит, все было неплохо. Вот. А это примерно называлось как горячо-перченый блюз. Вот так вот. То есть джаз-блюз — это все вместе. А сейчас, значит, к нам присоединяется наш старый партнер, товарищ, прекрасный музыкант, так сказать, в качестве золотого саксофона, Михаил Жураков. Город Кострома, очень известный в стране музыкант. Для начала мы погрузимся в такую лирическую балладу по воспоминаниям произведений Майка Маньери, группы Steps Ahead и так далее. И после нее плавно перейдем в другое настроение, скажем так, настроение Чик Каре, потрясающего музыканта. Ну а далее мы еще вам что-нибудь расскажем. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Сергей Жираков. Вячеслав, он же Славик Золотовский. Никита Знаменский, спасибо. Значит, мы продолжаем. И сейчас, вот, поскольку фестиваль называется «Золотой саксофон», вот есть такой на сегодня, наверное, один из самых серьезных и не очень старых, не из очень ранних, а из периода начала 90-х годов, который вошел в такую компанию «Молодых львов», как это называли, Джошуа Редман. Это потрясающий саксофонист, потрясающий композитор. Мы в некотором смысле находимся под впечатлением от его музыки. И вот чтобы как-то попытаться в нее войти, мы сейчас произведем небольшое усиление нашего состава. И на сцену приглашается еще один, можно сказать, золотой саксофонист Алексей Кузнецов. Таким сверхмощным составом мы попробуем туда окунуться. Thank you.
Концерт, и я бы хотела представить следующий коллектив. Он приехал к нам сейчас уже из Москвы, несмотря на то, что некоторые из его участников коренные нижегородцы. Итак, начну представлять с вокалистки. Дарья Захарова, выпускница, да, все, кто знает, кто не знает. В этом году Даша закончила Ростовскую консерваторию, ее джазовое отделение. Она является лауреатом международных конкурсов и всероссийских конкурсов, конкурсов в Испании, Литве, в России, в Сочи и в Санкт-Петербурге. Также является лауреатом конкурса «Гнесин джаз» 2014 год. Выступает вместе с музыкантами, студентами первого курса Академии Гнесиных. Юлия Сидоренко, рояль. Алексей Симонов, контрабас. Виталий Эпов, ударные. С Алексеем мы уже сегодня познакомились. Я немного расскажу о других музыкантах. С Юлией Сидоренко Даша познакомилась в 2015 году. Они вместе играли в ансамбле под руководством Алекса Сипягина и Миши Цыганова. Также она закончила школу имени Кима Назаретова в Ростове. На фестивале «Джазовая провинция» играла в составе «Jazz Travel Big Band» вместе с Алексом Зипягиным. Является лауреатом международных фестивалей и конкурсов. Виталий Эпов, двукратный лауреат фестиваля ENC Classic во Франции. Конкурса «Джаз на Байкале» в городе Иркутске. Также одна маленькая интересная деталь. Виталий является представителем и лицом тарелок «Soul Tone» в России. Я думаю, что остальное вам расскажут сами музыканты.
Итак, для вас. Первая композиция называется «Is Living», написанная Лео Робином в моей аранжировке. Михаила Цыганова.
из Москвы. Друзья, минутку внимания у вас. Займем немножко вашего внимания. Сейчас мы быстро разыграем, и мы узнаем, кто тот счастливчик, которому и достанутся билеты. Будь добра, помоги. Итак, сейчас нежной девичьей рукой будет определен счастливчик. Сначала мы определим, кому достанутся два билета. Устройте нам, пожалуйста, барабанную дробь. Да. А, хорошо, я крутанул. Так, на концерт Давида Семеновича Голощёкина. По одному. Так. Наталья, телефон. Давайте спросим, есть ли в зале Наталья? Ну, конечно. 2029. Mail PNV70. Скорее сюда! Крутим в следующий раз. Еще раз. Лукьянова и снова Наталья Германовна. Есть у нас, есть победитель. Ну, если кому-то сложно дойти, а мы видим, Наталья Германовна идет. Сейчас я забыл билет принести. Ничего страшного. А мы похлопаем вам. Пока Сергей ходит за билетами, выходите на сцену. Мы расскажем вам, точнее мы, это я, расскажу вам еще об одном розыгрыше, который будет следом. Это розыгрыш входных билетов на цикл лекций концертов о джазовой и академической музыке, которые мы устраиваем в медиа-страйк-холле. Да, вы об этом, наверное, еще не слышали, но эти лекции рассчитаны на любых людей, вне зависимости от того, занимались они музыкой когда-то или не занимались, на детей от 12 лет и взрослых. Лекции мы делаем по субботам в 2 часа дня. Подробную информацию вы можете найти всегда в сети, в интернете. Да. Хорошо, сейчас мы разыграем еще 4 билета. А, извините. И разыгрываем входные билеты на лекции. Можно будет выбрать ту или иную лекцию. Ну, дабы не занимать время всех зрителей, я попрошу за билетами, подойдите, пожалуйста, после концерта. Время позднее уже. Натал. Вот так. Ну, вот. Тоже Наталья. Видимо, не написал сегодня. Паста кончилась в ручке. Да, ручка при том двумя цветами, и черным, и... 94-14 телефон. Заканчивается телефон. У кого же? Ну, подойдете. Подходите, хорошо. Даже, по-моему, фотографию приклеили нам. Еще одна Наталья, четвертая по счету, да? Да. Друзья, кроме Натальи, есть еще кто-то в зале? Да, 46-27 телефон. Ну, мы проверим. И фотография. Андрей. Ура! Ваши ожидания не оправдались. Ну, вообще, там Андрей. 43-12 заканчивается номер. И последний счастливчик. Юлия. Произошло чудо. 17-13 заканчивается телефон. Ждем всех счастливчиков после концерта. Мы вам подарим билеты. Спасибо. Среди самых именитых джазовых музыкантов, с которыми ему приходилось сотрудничать, это Давид Голощёкин, Дэйв Флеминг, Майкл Ричи Байли, вокалистка Лилия Чугунова и Виктория Андреева, басисты Андрей Тученко, Дмитрий Соломатин и огромное-огромное еще количество музыкантов, всех их не перечесть. В том числе Андрей принимал участие в фестивале «Джазовая провинция» в 2003 году, в фестивале «Джазовые голоса», «Джазовая платформа». И играл также с вокалисткой Тикорой Роджерс, Шеймсом Блейком и, конечно же, Игорем Путманом.
Он постоянно принимает участие в фестивале «Джаз в усадьбе Сандецкого» и регулярно дает концерты в клубе «Козлова» и в клубе «Эссе». «Джаз в фестивале Сандецкого» — супер летний фестиваль в городе Казани. На самом деле в Казани очень хорошие джазовые традиции. Уж мы-то знаем. И одним из проектов Андрея является проект «Дуэт» с Сергеем Баулиным. Сергей закончил Казанскую консерваторию и постоянно сотрудничает с известными джазовыми коллективами. В том числе сейчас он является солистом Большого джазового оркестра Петра Востокова. И также принимает участие в огромном количестве музыкальных джазовых фестивалей. Итак, мы приглашаем на сцену музыкантов. Андрей Руденко и Сергей Павлов. Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы впервые в вашем городе играем джаз. Мы очень рады, что у вас так все здорово с джазом. Вот глядя на количество людей в зале, я это отчетливо понимаю. Но все равно еще пока много, да? Мы с Сергеем достаточно давно сотрудничаем. Он, к сожалению, к моему сожалению, к его счастью, он уехал в 2008 году из Казани в Москву. Сейчас там всячески играет со всякими, так сказать, звездными составами. Вот. А вообще мы с ним познакомились в 99 году. И, собственно говоря, в Казани начался дуэт, который продолжался за вычетом 2 лет, когда я был в Ирландии. 7 лет мы с ним играли дуэтом. И в том числе и на таких фестивалях, как «Джазовая провинция». То есть это Курск, это Казань, и в Москве тоже. В Москве, в Самаре играли, как-то вот было что вспомнить, и я очень рад вот с ним сейчас стоять на этой сцене, и очень рад, что у вас так много, и мы имеем возможность играть эту прекрасную музыку для вас сегодня вечером. Thank you.
А сейчас к нам присоединится замечательный нижегородский ритм. И мы сыграем славную песню про то, как было хорошо в утиные далекие холодные времена. Cold Duck Time. Thank you.
Великолепные артисты. Андрей Руденко. Сергей Паулин. Дорогие друзья, в заключение, последняя пультийная пьеса. На сцену выйдут практически все, кто остался. На самом деле, мы нас тоже покинули. Но прежде всего, я бы хотел сделать маленький анонс. После почти годичного перерыва из пепла возрождается джазовый клуб «Джен Престиж», который поменял свое место, и теперь он будет располагаться в помещении гостиницы АК. 16 числа открытие, 17 приезжает Манукян. Добро пожаловать! А сейчас утиное произведение. One, two, one.
последнее произведение в нашем фестивале. Спасибо. Спасибо, что вы ходите на наши концерты. Спасибо, что вы любите джаз. Добро пожаловать на все наши следующие мероприятия. А сейчас еще раз хотел бы представить наших артистов. Вячеслав Золотовский. Андрей Руденко. Юлия Сидоренко, Михаил Жураков, Сергей Паулин. Остальных назовет Анна. А если я не буду? Виталий Эпов. Алексей Кузнецов. Анна Лукшина. Дарья Захарова. Алексей Симонов, Петробас. Спасибо, друзья, спасибо за ваши аплодисменты, спасибо за вашу любовь к джазу. Всего доброго, до свидания.